Завтра челябинские любители музыки получат великолепную возможность насладиться пением Валентины Олейниковой. Концерт лауреата международных конкурсов «Магнитогорской певицы» сейчас как раз идет подготовка к нему. Пройдет в органном зале на Алом поле. И те, кто по-настоящему любит искусство, обязательно найдут возможность побывать на нем. Тем более, что за два последних года Валентина Владимировна так и не сумела ни разу побывать в областном центре. Между гастролями за границей и в российских столицах времени так и не хватило. Зато магнитогорцы имели счастливую возможность лицезреть свою любимицу. И совсем недавно, 25 декабря, когда отмечался 15-летний юбилей певицы с начала вокальной деятельности, несмотря на метель и трескучий мороз, здесь, в музыкально-педагогическом институте имени Глинки, собрался полный зал. Я знаю, что у вас впереди очень ответственные гастроли в Санкт-Петербурге, и вы нашли время для южноуральцев, для земляков, для того, чтобы показать свое нынешнее искусство. Спасибо вам от всех южноуральцев. Пожалуйста, я приглашаю конкретно вот челябинских слушателей на наш концерт, который будет проходить 10 февраля. То есть завтра. Да, завтра на Алом поле, в прекрасном органном зале, 6 вечера. Я всех вас приглашаю. Мы уже не виделись с челябинской публикой 2 года, к сожалению. Оля, вот у вас как рояль в кустах, компакт-диск в руках. О чем он говорит? Он говорит о том, что он недавно вышел, уже, может быть, скоро ему, правда, год будет, вот этому компакт-диску. Он живет и уже получает какое-то признание. Пока он получил в Германии признание. У нас были там гастроли и в Берлине сольный концерт. У меня был пока один. И вот его там хорошо раскупали. Дарился он очень хорошо в этом году и в прошлом. Поэтому челябинцы тоже могут увидеть этот компакт-диск. И кто имеет аппаратуру и желание, они могут его приобрести как раз в субботу. Тогда поподробнее чуть-чуть о том, вот за эти 2 года, что произошло, чего достигли. За эти 2 года были, как обычно, концерты, гастроли в Санкт-Петербурге, гастроли намечаются и в Москве, вот сейчас мы над этим работаем, над программой московской. Мы побывали с Ольгой Бычек и в Швейцарии, мы на фестивале вокального искусства были, это 2 года назад, как раз в сентябре было. И затем я была тоже на фестивале во Франции. Концерт будет состоять из 2 отделений, первое отделение – это западная музыка. Мы обычно так исполняем в первом отделении западная музыка, а второе отделение русская музыка. Западная музыка это будет Пёрсл, Доницетти, Бизе, обязательно Кармен, она из репертуара не выходит. Вот. Испанские песни будут Фали, Мануэль де Фали. А второе отделение будет строиться из романсов Римского-Корсакова, Доргомышского, Чайковского, Рахманинова, Мусоргского. Oh,